Всем привет, вы на канале Викикид. Сегодня у нас на обзоре коляска 2024 Баббала. Поехали. В общем, в чем? Идем сверху. Быстренький обзор, очень быстренький. Эко-кожа. Она сейчас без молнии, то есть она не будет сползать. Удобно, удобно. Ручка регулируется по высоте. Раз положение, два положения, три. Ну так, конечно, неудобно, но мы ездим так, либо так. Вот. В комплекте сразу же видим рюкзак вот такой вместительный. Тут идут органайзеры, ну вот, внутри кармашки специальные. Под салфетки, там, не знаю, под слюнявчики. Дождевик, москитная сетка, подстаканник, чехол на ножке. Это все в комплекте. И транспортировочный чехол. Я даже не знаю, что вам говорить. Вот тут просто для меня это все похоже так. Вот смотровое окошко, пленка, и там сетка с притемнением, да, получается. Здесь светоотражающая полоска. Капюшон у нас увеличивается достаточно глубоко. Либо мы уменьшаем, чтобы был обзор ребенку. Мы раз загибаем, два загибаем. Хороший обзор, когда ребенок сидит. Положение у нас получается лежа, полулежа, полусидя. И максимально сидящая, почти 90 градусов. И когда вот он, говорю, сидит, у него хороший обзор. То есть он спрятан и видно, опять же, ребенку, куда едет. Ну, чехол остался прежним. Это две кнопки и молния. Открыли, убрали. Ну, можно было не брать. Здесь снизу кнопка, сверху кнопка открывается. В таком положении, ну, садится ребенок. Ограничитель между ног видим. Пятиточный ремень безопасности. Сейчас он магнитный. То есть нажимаете, скидываете. Вот он, магнитики. Прям примагничивают сами. Хоп. Хоп. Все примагнитилось. Это кожаная подножка светоотражающей вставкой. Одна увеличивается для сна. Все. В принципе, вот дальше, да? Механическая спинка. Механика у нас, ну, все прежнее осталось. Оттянули, положили. Здесь они изменили на 24-м году, поменьше сделали проветривание. Ну, кармашек сделали отдельно, вынесли его на заднюю часть спинки. Небольшой кармашек. Под тот же телефон. Не знаю, 11 здесь залезет. 11 залезет. 14 Pro Max не залезет. Дальше что мы видим? Ну, также все, кармашек остался. Когда ребенок спит, есть доступ хороший, ну, к продуктам. И вот изменили амортизацию. Амортизация сейчас помягче стала, но ее можно сделать жестче. Если, например, едет ребенок, постоянно пружинит эта пружинка, ее сжимаете, механизм, хоп, поджали, он жестче стал. Либо разжали, мягче стал. Колеса у нас не изменились, то есть 21 перед, 16 зад. Ой, наоборот, перед 16, зад 21, вот, правильно стало. Протектор поменяли. Ну, протектор, да, поменяли. Ну, все так же съемное, быстро съемное. Кнопку нажимаете, везде все снимается. Ну, это тоже такое уже всем заезженный интернет. А, складывание. Сейчас в любом положении спинки. То есть 22-й, 23-й у нас спинку мы обязательно надо было вниз спустить, чтобы сложить. Здесь спинку сейчас без разницы, хоть как это можно поставить. Здесь блокировка. Кнопка. Вперед ручку сделали, только начинает складываться, можно все, ну, отпустить эти все кнопки. Подогнули подножку, это для удобства. Видите, когда вы отпускаете, автоматом спинка отпускается. То есть там где-то механизм срабатывает, и она отпускается автоматически. Все, все так же самое. Сложили, зафиксировали. Подножку мы убрали, чтобы она не болталась. Здесь есть утяжки. Либо утяжками делайте, либо мы просто подвешиваем с обеих сторон, либо с одной стороны. Раз. Два. И поставили. То есть у вас текстиль не достает до земли. Вот текстиль не достает до земли, и соответственно, чтобы расправить, ну, утяжки убираете, либо с одной стороны можно сделать. Говорю, когда скидываете, у вас утяжка будет скидываться. Все, подняли, зафиксировали. Расцветки я вам предоставлю сейчас. Ну, вот можете проверить, есть. Но они пока еще не отпаренные, только достали из печки, так скажем. Фиксация передних колес также присутствует. Фиксация. Здесь у нас передние колеса. Хоть в каком положении. Вниз нажимаете фиксатор, колесо выпрямляется, оно зафиксируется. Вверх нажимаете, расфиксировалось. Отличие только глобальное. Это магнитный замок. Это дополнительная улучшенная амортизация. И спинка в любом положении складывается. Ну, вот я только такое прямо вижу глобально. А так, конечно, это рюкзак добавился побольше. Изменено вот здесь, в задней части, ну, то, что вот отдельный кармашек. Эко-кожаная бампер и ручка, получается, вшитая сейчас, без молнии. Ну и протектор колес. Все, все изменены, наверное, да?
Ну, а, и ткань. Ткань, конечно, она сейчас... Ну, мне, по мне, она интереснее ткань сейчас сделалась. А какая-то такая. Ну, тоже водоотталкивающая. Ну, блин, есть отличия. Ладно, давайте будем завершать. Такой быстрый-быстрый обзор. Решать вам либо 23-й год, либо 24-й год. На сегодняшний день на съемку у нас 12500. Это 24-й год и 23-й год. Они 11300 и 11600. Пока.